Ребят, всем привет. Мы продолжаем проходить карьеру за Барселону. Очень спасибо вам большое за то, что вы оставляете комментарии, за то, что вы комментируете, за то, что вы советуете. Перейдем к главному того, что мне очень обидно, что вы не заметили, что клуб потратил аж 107 миллионов, и мы купили Поле Погбу. Этого вообще не заметил никто. То есть клуб потратил 107 миллионов кому-то впустую, никуда. А кого купили? Может быть, он такой черный, что его нельзя заметить. Не знаю, ребят, но мы купили в той серии Поль Погбу. Никто, вообще никто никаким образом не обратил внимания на этого человека. Удивительно, не оставил по этому поводу никаких комментариев. Этому я очень удивился. Вот, в целом, по поводу Альбы писали то, что он очень быстро бегает и все такое. Ну, конечно, это очень круто, но... Я считаю все-таки, что Марсело будет как-то, наверное, покруче. Там писал по поводу того, что Марсело там типа реаловец. Да неважно. Знаете, я думаю, было бы предложение Марсело от Барселоны с очень неплохими деньгами. Марсело бы ушел вполне очень даже легко. Не знаю, посмотрим на левую защиту. В принципе, это я так приценился, когда говорил, потому что сейчас нам что прицениваться? Нам надо... сейчас денег полгода как минимум копить, чтобы нам что-то нормальное купить. А по центральным защитникам ничего, никаких подсказок не было, когда, ну да ладно, если не подсказали, тогда будем, так сказать, будем тогда сами. На правую сторону у нас здесь Алвес, конечно, занимает главную позицию, но пока что ребята все, которые уехали в свои сборные играть, они... еще не вернулись, и они главные, так сказать, ребята в нашем клубе, естественно, и это очень плохо, и мы, у нас сегодня игра с Интером, потому что у нас сегодня последняя игра с Интером за деньги, мы участвуем же, если вы не забыли, в кубке за баблосы, и сегодняшняя игра очень много скажет, получим мы деньги, не получим мы деньги. Ну, я думаю, таким вот составом мы сегодня выйдем, посмотрим таблицу, каким образом, да, 4-4 очка у нас, и вот у нас игра с Интером, а Манчестер встречается с Баварией, то есть таковые матчи обязательно будем смотреть, ну, блин, конечно, денег очень хочется выиграть, после этого матча, так, вот посмотрим на календарь, после этого матча у нас там трансфер на окно аж 2 месяца идет, нифига себе. Вот, после этого матча Суперкубок с Атлетико Бильбао начинается. Ну, а потом начинается Лига ББА. И пойдет. Вот таким вот образом. Немножко кубков, очень много будет всяких различных кубков. Кубков. По поводу трансферов пока я ничего покупать пока на самом деле не собираюсь. Денег у нас в копилке 65 лямов. Пока, так сказать, ничего пока не такое не приглянулось и пока ничего не надумалось. Ну а мы сейчас играем с Интером за выход, не за выход, а за деньги. Как видите, по очкам все один. Барселона, Интер, война за деньги, Саудовская Аравия, по-моему, или где чемпионат, где-то в Азии у нас, друзья, проходит этот чемпионат, неизвестный нам стадион, вот, все это где-то у нас там вот происходит. Что ж, по очкам мы видим, в принципе, если Интер нас сегодня обыграет, он у нас баблосики заберет, но то же самое может произойти и с Манчестером, там у них игра... У нас идет одновременно вместе с ними. Будем надеяться на то, что Манчестер не заработает очков. А в наш... Вот, пожалуйста, смотрите. Компьютер заметил то, что я приобрел Поль Погбу. А вот многие люди, которые пишут в комментариях, даже никто, даже показывает нам этого чернокожего парня. Смотрите, на нем все зафиксировано. А в комментариях никто, ни слова, никто не увидел вообще просто то, что я, наверное, говорю. Наверное, никто не слушает. Тогда... Смысл, наверное, вообще делать такие видео с озвучкой вообще не вижу. Мы сегодня выходим вот таким составом. Болельщиков нам сегодня показывает Интер. Так сегодня очень много приехало сюда, хоть несмотря, что это Азия вроде бы. Да, Интер. Про Интер, блин, ничего вообще не знаю. Я думаю, Поль Погба больше знает, наверное, скорее всего, про Интер, чем я. Я думаю, он знает, как с ним играть. Мы сегодня не самым сильным составом играем. И посмотрим, как оно будет. Кем? Поль Погба. Какие же у него ноги, мать твою, длинные. Вы посмотрите на эти длинные ноги. Это трындец.
Сколько у него рост? Почти по 2 метра, что ли, вообще? Ну, просто, на мой счет, центральный полузащитник просто идеальный. Если ему еще развить очень быструю скорость, я думаю, это второй Криштиану Роналду. 100% вообще. Если ему еще позицию поменять, то просто реально второй. Туран, тем не менее. Ох, как Сантон под него лег там, да? Как лег просто под этот мяч. Итальяшки тоже денег хотят. Вы думали, что в Италии стадионы все намертво не строились уже черт знает сколько лет? Там вообще проблемы с газонами, со стадионами. Им нужны деньги. Им очень нужны деньги. Опасный момент сейчас. Альба. Сандро. Сандро пытается здесь обыграть. Блин, вместо того, чтобы обыграть, я в него мячом пнул. Опа! Альба мне начинает нравиться. Нравится, ребят, реально. Чем больше я хаю Альбу, тем больше он начинает меня больше удивлять. Здесь, как всегда, Туран отыгрывает назад. Здесь Дуглас играет на поле Погба. Вот поле Погба мог бы осуществить удар. Но еще играем Иньеста. Прыжок. Иньеста. Опасный момент возле ворот. Вот сейчас бы, если эта передачка прошла бы, я бы, думаю, попахивала здесь голом. Все нам показывает Петр Чеха, который перешел уже в Челси и уже будет начинать свой сезон в новом клубе. Мы, конечно, еще раз можем поздравить Чеха с этим переходом. Итальянцы перешли в контрнаступление. Да. Штеган есть. Отбил в космос, молодец. Руку поставил, молодец. Мне не нравится, как эти итальянцы начинают прессинговать. Что-то мне это не нравится. Поля у них плохие, а вот футболисты у них почему-то хорошие. Так, Суарес. Не отпускает мяч. Суарес вводится и ищет. Отлично. Играть надо дальше. Вот смотрите, как они пытаются отбрать. Тут Дуглас у нас. Дуглас делает на поле. Поль пытался что-то сделать. У него мяч отняли. Итальянцы атакуют. Удар поворотом. Блин, мне не нравится, как сегодня стоит Тер Штеген. Что-то, не знаю, какое-то недоверие у меня к нему сегодня появилось. Может, это из-за того, что мы сегодня, конечно, с итальянцами играем. Фиг его знает. Ну да посмотрим. Мне что-то какой-то, знаете, третий глаз как будто какой-то появился сегодня. Но что поделать. Браво-то у нас где-то там на чемпионатах каких-то. Суарес переводит, видит Турана. Туран. Ну, принимай быстрее мяч, Туран. Уйти, отлично. Эх, на поле сейчас бы сыграл, но не сыграл. Отлично, Дуглас, какой рывок совершил. Здесь дальше Погба. Удар Иньеста. Куда ж ты в космос ты его отправил? Куда же ты сейчас так ударил-то нехорошо? Какой момент, ребят, сейчас? Какой момент сейчас был? А, это был вообще офсайд. Сандро. Альба. Дальше играет на поле. Поль, кстати, мне очень сильно нравится. Очень хорошо верхнюю отнимает верхние мячи. То есть играет вторым этажом просто идеально там в центре. Как туда прилетает мяч, если там есть Поль Погба, это 90% того, что Поль заберет мяч. Так, отлично. Погба отлично сыграл. Молодец. Сандро вот здесь сыграть. Красиво сделал. Красота какая. Ой-ой-ой, прижали итальяшки. Штега на воротах. Мертво взял мяч. Молодец. Суарес играет головой на Сандро. Сандро видит подключение поля. Поль Погба. Погба. Ах, скорости. Он что-то как-то двигаться стал так, знаете. Вроде бы я не посмотрел, сколько у него ускорения, но у него что-то с ускорением какие-то проблемы. Вообще как-то странно двигается. Там, я не знаю, блин, может, к нему надо еще попривыкать. Но верхним этажом он играет идеально, просто идеально. Китича я выпустил тут. Ракитич. Отлично, Альба, как по красоте это сделал. Можно бежать, а там вдалеке. Что это за херня сейчас была? Это что сейчас была за херня? FIFA 16, ты что сейчас делала? Я хотел сделать передачку, а ты мне не дала. Сандро, надо что-то. Надо решать этот вопрос как-то с этими двумя. Отлично, решил вопрос, и можно сделать. Где же Поль? Тут Погба. Где мой Погба? За 107 кусачих миллионов купил его. А он не оказался там. Ну да ладно. Туран с мячом. Надо сделать красиво на Сандо. Он уже устал. Сандро молодец. Отыграл, как подыграл головой. Красавчик. Сделал финтулю.
Ракитич, Альба. Альба, Альба молодец, сделай в центр. Да что же вы, итальянцы-то, делаете? Дайте подачу сделать. Суарес, Суарес видит. Ай, Суарес, Суарес, что ж ты... Посильнее бы как-то пасты пошел бы. Было бы очень здорово. Поль Погба подерется за этот мяч. Здесь у нас Ракитич свежий. И Сальба. Нападают, нападают, как Майн. Здесь у нас Дуглас. Дуглас дальше на Турана. Туран, да что ж ты, Туран, Туранище, ты делаешь-то? Все, заканчивается встреча. Сейчас все зависит от того, как там играет Манчестер. С этим самым, с Баварией. Все будет, собственно, зависеть. Игроки с друг другом радуются. Сейчас посмотрим, кто же выиграл эти А не все так просто, друзья. Не все так просто. Ювентус, Барселона. Нет, это не финал Лиги Чемпионов. Система кубков оказалась еще круче. То есть были группы, в которых были другие, оказывается, клубы. Мы вышли, оказывается, из группы. Это 1/8 финала. Барселона, Ювентус, Бавария, Манчестер Сити. Как вы видите, если мы пройдем сегодня Ювентус, как когда-то сделала Барселона и вышла, точнее, вышла, выиграла Лигу Чемпионов. Надеемся повторить это, но мы не тем составом играем с Ювентусом. Хотя я у них Поле Погбу купил. Но откуда я знал, что мы попадем с Ювентусом? Я же этого не знал. Откуда я знал, да? Ювентус, давайте смотреть. Ну, по-моему, Ювентус не с Буфонище я не вижу. Тоже играет неполным составом. Значит, кто-то у них, значит, тоже участвует в кубках, в турнирах. Что ж, борьба за финансовое положение клуба продолжается. Сегодня мы выходим абсолютно таким же составом. Да, заклятый соперник Барселоны сегодня на поле. То же самое можно сказать, я думаю, и про Ювентус тоже. Ювентус, Ювентус, смотрю. Смотрю, очень даже быстро играет. Сержа. Блин, что ж пас-то не прошел. Хедира. Вот это уже может получиться опасно. Сам врезался в защитника. Не было там нарушения правил. Пал там, что-то там посмотрел во все стороны. Очень быстрая игра с Ювентусом. Хедира здесь. Клемеза, у них еще Заза есть. Вот он, Заза, лысенький. Заза Падони. Блин, хочется пошутить. Падони. Падаини, Падаини. Вообще интересные у них фамилии. Иньеста делает направо. Здесь Сандро. Сандро Буллок наш. Иньеста. Дальше не проходит. Ювен. Поль Погба. Погба. Смотрим, что он умеет делать. Ногами как-то медленно передвигается. Мне это очень как-то начинает напрягать. Удар по воротам итальяшки. И что-то нам на итальянцев вообще как-то, да, в последнее время очень сильно везет. Не знаю, с чему это, с чем это связано. Да-да-да, Суарес-то, а? Суарес сегодня, кстати, в этих матчах довольно перспективно играет. Да. Альба. Альба с мячом. Делает под центр. Ох, как здесь... О, какая здесь в центре тягучка-то у нас получается-то. Уже до конца первого тайма осталось совершенно чуть-чуть. А счет еще у обоих команд не открыт. И борьба, борьба, отлично, выбил Туран. Аж Туран пришлось возвращаться в защиту. Дулаба. Или Дубала. Дубала, наверное, правильнее, да, наверное, будет. Так, Погба, Погба или кто? Да, Погба. Блин, посмотрите на его ноги, посмотрите, ну как он борется, а? В борьбе, конечно, этот парень даже будет чем-то... 22 года такой рост иметь, это пипец. И Мина с мячом прорывается. Так, Дуглас, вообще красава, красава, Погба. Что ж ты делаешь, Погба? Ты меня так не пугай. Так, Сержо, Дуглас, Дуглас. Дуглас надо продолжать. Туран, 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 Туран. Куда же ты, Туран? Куда же? Только заметил то, что они выпустили Манджукича. Манджукич довольно приличный рост имеет. Он гораздо выше того же самого Суареса. Да, нам пишут, что принят трансфер по Погбе. Спасибо, мы знаем. Да, он у нас уже на поле бегает, как два матча. А вы об этом только в статистике пишете. Марата! Альваро Марата выходит у них. Дубала покидает поле Ювентуса и выходит... Марата, Марата.
Суарес на Турана. Туран! Туран! Пас! Бить! И вратарь забирает. Черт возьми, забирает. Погба! Погба с мячом уходит. Здесь трое подкидывает. Играет Могба! Поль Погба! Не зря я его купил. Какие ноги! Какой он длинный! Что он сейчас сделал? Давайте посмотрим. Ну вот... Ах, если бы не поставил бы в последний момент защитник ногу. Так, это будет угловой. Туран будет его подавать. Подача. О, Погба! Где там Погба-то был? Ох, выпрыгнул здесь. Ой, можно было еще ударить и вратарю. Мунир! Мунир! За майку держит! Мунир! Бить надо же было! Мунир, господи! Сколько же ему там лет-то, я уже не помню. Один из тех футболистов, который в том году вообще на поле-то не выходил. Какой был сейчас... А, блин, момент. Момент истины просто. Сейчас уже на поле идет не то, что... деньги получить, а то, чтобы, знаете, вот сыграть как это на интерес, не знаю, как это. Потому что два таких клуба, которые участвовали в Лиге Чемпионов и воевали, так сказать, ну, конечно, не те составы, но все равно. Кедира! Кедира! Еще кто там? Ай-я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 й. Не уследили, не защитили. Суарес плачет, плачет Суарес. За майку там еще хватали. Да, какая была, какая борьба, ребят, какая борьба, вы себе только не представляете. Немец пропустил, немец все-таки пропустил, не отбил этот мяч. С лету получился удар сильный, 1-0, а до матча осталось вообще... Да, ребят, мы проигрываем и вылетаем с финансового кубка. В целом, пожелаем, конечно, борьбы удачной Ювентусу, потому что, я думаю, баварцы, я думаю, Манчестер Сити обыграют. Но мы в целом получили, по-моему, 1,5 лимона за то, что участвовали в этом чемпионате. В принципе, неплохо, что мы так прошли далеко, футболисты все бегают, друг друга бьют в грудь. Ну что ж. Почти финал таким составом, это даже ничего, тем более почти с финалистом Лиги Чемпионов. Да, призовой фонд у нас составил общего этого кубка почти 4 ляма, 3,780, довольно неплохо мы денег сорвали. Конечно, победитель-финалист получит 12 миллионов. Ну и нам этого хватит, в принципе. Так, жаль, что у нас не получилось выйти. Да, жаль, но достойно мы сыграли. У нас и Ракитич уехал в Арсенал. То есть, как я и говорил, Погбу покупаю, а Ракитича продаю. Как я и хотел, так я и сделал. В целом, вот. А что у нас будет дальше по сезону? Сезон у нас еще трансферное окно. Потом у нас трансферное окно. Скоро у нас суперкубок, супер испанский кубок. И здесь у нас Атлетико Бильбао будет встречаться. Ну а дальше уже, опять же, смотрите, как нам этот клуб везет несколько раз. Мы с ним встречаемся в кубке, потом мы с ним открываем Лигу ББА, а потом мы с ним снова встречаемся. То есть вот так вот нам, собственно, повезет. В целом, ребят, вроде бы неплохо. Будем ждать возвращения наших лидеров. Посмотрим, как мы будем стартовать в чемпионате. Впереди еще один кубок будет ждать. На этом все. До скорых встреч. Не забываем Лойса ставить. Поле Погба отправил на тренировки. Посмотрим из этого, что выйдет. Пока-пока.